Сегодня мы зайдем и узнаем, какая температура в здании Металлургического районного совета. Тепло в нашем здании. В нашем здании теплоноситель был подан сразу же при включении шахты «Гигант». Наше здание запитано. В помещениях здания исполкома у нас тепло. Батареи подключены. А вот сейчас давайте проверим, какая температура в первой городской поликлинике. В коридорах поликлиники, как вы видите, батареи горячие. Амбулатории несколько дней уже, даже с неделю, наверное, топится, все по кабинетам тепло, так что никаких у нас вопросов нет. Слава Богу, дай Бог, чтобы так было, чтобы нигде не прорвало. Уже тепло, только вчера дали, получается, отопление. А в каком районе почему-то? Восточный, второй. Холодно, на Артеме. Нет, у нас не включили отопление. А где вы живете? На Заречном. Холодно, дома холодно, ужасно холодно. Центрально-городской, Карачуна. У нас ни тепло, ни холодно. У нас, короче, ОСББ. Я, допустим, за квартиру плачу, другие не платят. И сейчас, короче, нам представляют Добролюба 4, это на Югок. И нам сейчас, короче, говорят, и если мы оплатим, кто платит, оплатим за должников, тогда нам дадут отопление. Ну, уже тепло. Когда включено? По-моему, в пятницу прошлый. Тепло. А в каком районе? Я в районе автовокзала, Долгинцевский. Холодно. А где вы живете? Центральный городской район, Свято-Николаевска. Холодно. Уже тепло. А когда включили? 22 числа включила отопление. А какой? Дзержинка. Апостолово. Я в Апостолово живу. Вопросы есть?